Здравствуйте, мои дорогие телезрители и мои подписчики на канале YouTube «Голова Садовая». Сегодняшняя тема – помидоры на улице. У меня в руках ничего нету, мы с ними ничего делать не будем, кроме того, что их бы надо подвязать чуть повыше. Первые я подвязала, эти еще не успела. Это же грунтовые томаты, они не бывают очень высокими, ну 1,20 м максимум, это вот так примерно, может даже вот так. Их задача состоит в том, чтобы дать, может, не самых вкусных помидор на свете, но очень много. И вы должны понимать, что посынкование здесь совершенно неуместно. Меня укусил овод, собаку. Вот, все. Значит, их очень много, когда жарко. Посмотрите, сколько на них цвета. Это, знаете, это сказка. И если вы сейчас начнете посынковать, обрезать все, что там вам не нравится, вы потеряете просто половину урожая. Не делайте этого. Еще середина июля. Ну, 20 число июля – это очень рано для того, чтобы вообще обрезать помидоры, дать созреть там, да, плодам, которые маленькие образовались. Давайте мы будем смотреть на погоду. Если она будет такой, так зачем это все портить-то? Запомните, пожалуйста, поливка томатов на грунте один раз в 2 недели обильно, а не каждые через день или каждый день по 2 литра. Это что за поливка такая? Вы их подкормили 2 раза? Достаточно. Третий раз будет, когда будет много плодиков зеленых маленьких, чтобы поддержать зеленую массу. И воды будет еще больше, но все равно 2 раза в неделю. Почему так? А потому что нужна периодичность в поливке, регулярность, понимаете? Если вы начнете поливать каждый день по литру, а корни-то сухие, вот ваши желтые листья, ваши болезни, это же все от того, что вы не хотите научиться правильно за ними ухаживать. Они ведь ничего от вас не требуют. И не просят ничего особого. Можно вообще заткнуть эти помидоры и забыть про них. Месяц раз поливаю. Они что у меня? Больные? Желтые? Не цветут? Не образуют плодов? Все с ними в порядке. Вот там старый замок, великолепный просто. Все в помидорках уже. Этот, правда, попозднеспелее и чуть-чуть повыше. Но и у него томаты завязываются один за одним. Я даже голову себе не парю по поводу вот этих вот грунтовых. Другое дело теплица. Но о них в следующем сюжете. И если вы видите, что-то там у вас поджелтело, что-то поменялся цвет ботвы помидорной, берем 1 литр сыворотки, 1 литр воды, 15 капель зеленки плюс щепотка. Щепотка – это вот так. Мочевины. И вечером, желательно без солнца или в очень пасмурный день, опрыскивайте так, чтобы текло. Ничего, если попадет на цветы, еще сильнее зацветут помидоры. Я вас умоляю. Зеленка, между прочим, хочу сказать одному очень умному товарищу, который пытался мне доказать, что в составе зеленки нет меди. Там есть соединение меди и очень много минеральных веществ, которые крайне необходимы растениям. Я буду спорить, пока не лопну. И обработав таким образом свои помидоры на грунте, вы получите замечательный эффект. Они болеть у вас не будут. И вам никакие болезни, даже когда туманы холодные будут, уже не будут страшны. Сделайте 3 раза через 7 дней, 3 раза через 3 дня. Все зависит от того, как они себя чувствуют. На этом все заканчиваю. Всего доброго и до свидания.